ولا أبت أن تذل النفوس الكرام عين العروبة بيت حرام. Ух ты, какой там замок крутой. Вот там где находится? В Сирии. Круто там, интересно жить. Так, это гимн Сирии. Да-да, мы там были сегодня, но там очень жарко, там долго мы не можем прожить. Мы так устали, хотим сегодня... И киношедевр делать. Да, посмотреть какой-нибудь фильмец. Вот мы пригласили... 25 гостей, которые привезли 25 гостей, 14 новых. Ух ты! Как всегда, Маркус выберет, какой же фильм мы с друзьями будем сегодня смотреть. Ну что, Рико, взорвем? Не взорвем. Подождем братьев. Так. Миньон прибыл. Планета обезьян принес. Ох. Planet. Of the Apes. Of the Apes. Ох. Помню фильм такой, смотрел вроде. Достаточно интересный был фильм. Минуту, сэр. Что? Мы кое-что нашли. Я думаю, вам стоит взглянуть. Ух ты. Да, это планета обезьян. И в очень хорошем качестве. Так что оставляем. Можешь остаться. Миньон. Угу. Так, следующий. Скипер. О, привет, братья. Привет. Шири. Ух ты, это что за фильм? Сейчас узнаем внутри. Шири. О чем это ты тут принес нам фильм? Сейчас увидите внутри, что это такое за Шири. Фильмы, где можно взрывать. О-о-о. Скипер, ты с нами. И соединёшься. Ага, братишки, привет, братишки. Я тот. Следующий. Private. О, Private, ты тоже пришел? Круто. Берлога зверя. Эрик Робертс. Брат знаменитый. Джулия Робертс. Да. Конечно же, оставляем Private. Ты тоже с нами, братец. Мы, команда пингвинов, будем всех выгонять. Если что, Рико, взорвем всех, да? Да, которые плохую принесут кассету. Как там в фильме Шири, да? Все взрывалось, круто было. Следующий. Викинг. Ну, ты что предащел? 24 часа. О, российский фильм с Андреем Паниным и Максимом Суханов. Вау.
Такой, не видел, я американский фильм видел, 24 часа. До полуночи, да. Синти Ротрек. Да, а такого я не видел. Если что, обращайтесь к Латыпову. Сделаем, сделаем. Все в шнурах. 24 часа, Лёва. Иначе зарою под землю на 3 метра и поставлю памятник Дзержинскому. Двадцать четыре часа дали. Доктор сказал, придет полная импотенция. Какой еще доктор? Все отложить, никаких стрессов. Если мы этого стрелка не упакуем, то упакуют нас. Ага. Если даже не упакуем, нужно найти какого-то стрелка. 24 часа дали. Да. Слушай, можете уехать, а? Я хочу этот фильм посмотреть. Я его не видел. Сейчас. Я уже хочу его смотреть. Ладно, давай оставляем. Запоминаем. Панин, 24 часа. О! Маме скажем, да, хороший фильм есть. Так, следующий. Рафаэль. Ну, Рафа, ты что нам притащил? На самом дне океана. Мишель Пфайффер. О, круто. Это одна из любимых моих актрис. Это мне надо идти. Ты такая красивая, Карли. Какая красивая. Это явно. Это есть на самом дне океана, но записан из РТР. Да. Нас увидят. Хочу посмотреть. О, это Болдин Даниэль. Хочу и Мишель Пфайффер. О, хороший актер. Все, оставляем, конечно же. О. Рафа, ты с нами. Хе-хе, круто. Так, следующий. Миньон. Так, ну, ты что притащил? Вернись ко мне. О, Дэвид Духовный, звезда X-файлов. Посмотрим, что он тут делает в этом фильме. Рекламки сначала. Стигматы. Команда космического корабля Nightingale 9 только что спасла жизнь этому человеку. Ого. Лучше бы им этого сделать. Это явно не человек. Если вы думаете, что в космосе никто не услышит ваш крик, подумайте снова. Не надо было. О, супернова. Ладно, оставляй, посмотрим мы там эти рекламки. Так, следующий. Джон Цена. Ну, надеюсь, исправился после вчерашнего. Том и Джерри, малыши, пираты темной воды. О, посмотрим, что там. Что там за Том и Джерри? Или пираты? Это пираты темной воды. Разрази меня гром, его спасли! Стоял на страже и все же дал ему убежать. Борт, ваше величество, 17 лет я стерег его и не допустил ни промаха. Стоило мне на миг отвернуться. Да. Вставляем. Хорошее качество. Ой, спасибо. Рад служить вам. О, у нас и воин новый появился. Короче. Коала. Ну. Мультфильм «Русалочка». «Русалочка».
это длинный мультфильм, да? Полнометражный. Да. Ясно, посмотрим. Это гигантский морской конек. Гигантский морской конек. Спокойно, спокойно, мальчик. Сейчас мы спасем. Тебе надо освободить. Это ужасно, когда дикое животное держат связанным. Keep your distance, princess. Подальше, принцесса. Storm's too ornery to love. Слишком дикие, чтобы дрессировать. Идеальное качество. Мне понравилось даже. Так, следующий. Аврора. Так, ну что там принесла? 101 доботинец, леди бродяга. Ну, давай посмотрим. Так. Трошки, бедные собачки. Иногда по ночам кажется, что я слышу, да, как они лают. Бедные собачки. Но потом выясняется, что это просто сон. Почему они такие черные? Нет, они просто перемазаны в саду. Смотрите, вот везунчик. Пан, старичок, это ты. Пан, грязный. Ладно, оставляем. Опа. Аврора, ты с нами? Спасибо, парни. Так, следующий. Кот. Стоите, я вам стоите, привез. Гадкий утенок вместе с розовой пантерой. О. Пом пором 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 пором. Это гадкий утенок. Это называется бой. Спасибо. Такую версию гадкого утенка я еще не видел. Увлечены танцами. Благодарю. Мне российский гадкий утенок понравится. Все слова. Спасибо. Ладно, что оставляем. Теперь? Да, такое я вижу первый раз. Версию гадкого утенка. Следующий. Вуди. Ну, ты той истории принес? Борцы за справедливость. Сборник новых мультфильмов. О, сборник мультфильмов. И что в этом сборнике, кроме борцов за справедливость? Не знаю, я еще не смотрел. Да, посмотрим. Тоже первый раз вижу такой мультфильм. Ну, пошел. Никогда еще раньше такого не видел. Оставим, конечно же. Никогда раньше мы такого не видели. Так, следующий. Баузер Джуниор. Ну, ты что тут притащил? Русалочка. Была же русалочка. Ну, а тут добавлен волшебный меч. Да? А-а-а.
Хорда, Эшмана и Элона Меркина. Конечно же. Качество идеальное, смотреть можно. Так, следующий. Хенри Джей Уотермаус. Ну, что ты нам принес? Лучшие мультфильмы Голливуда. Смотрите и наслаждайтесь. А я пойду дальше учить своих монстров в университете. Меня здесь нет. Как эту собаку звали? Друпи. А второго этого? Ну, наконец-то избавился от этой дворняги. Это тебе кажется, приятель. Останешься здесь, пока я пойду позову полицию. Ладно, оставляем, конечно же. Посмотрим потом. Про надоедливого Друпи. Да. Так, следующий. Бальтазар Брат. О, брат, братишка, а ты что притащил? Пираты темной воды, продолжение. Король Лидлер. Андорус, хранитель тьмы. Что это такое? Это серии «Пираты темной воды». Да? Значит, у пиратов несколько серий, да? Да. Сейчас понял. Давным-давно, далеко-далеко за морем, жил маленький мальчик, который считал себя абсолютным специалистом по смелости и мужеству. И главным его врагом был огнедышащий дракон, который терроризировал все окрестности. Однажды после обеда мальчик сидел в тени дуба и читал книгу о драконах и мужественных рыцарях. Вроде хорошее качество, смотреть можно. Так, следующий. Дэш. О, суперсемейка прибыла, ну. Операция И и Иван Васильевич меняет профессию. Значит, вам всей семьей нравится смотреть русские комедии? Да. Не подходит. Не подходит. Это кто у нас? Рославский. Известный грабитель. Не мог открыть. Он может сейф открыть. Давай, 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 давай. Картинку нажать. О, супер. А это там мучился.
Надо только на картине нажимать. Да. А сейчас? Ладно, оставляем. Милославский. Повезло ему. Вот это я удачно зашел. Так, следующий — Маша и Медведь. Ну, а вы, ребята, что предлагаете? Тоже комедии смотрим. Ивана и Васильевича, ну, пленницу ее сейчас смотрим. А, «Кавказскую пленницу». Хорошая комедия, да. Мне тоже нравилось в детстве смотреть ее. Плохо, ну, не отчаивайтесь. Недаром говорил великий и мудрый Абу Ахмад ибн Бей. Первый шофер этой машины. Учти, Эдик. Эдик. Саша. Учти, Эдик, говорил он. Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей внутреннего изгорания. Да отсохнет его карбюратор во веки веков! Отсохнет его карбюратор. Упс. Упс. А это кто идет? Это же Нила идет. Пошел, пошел. И машина завелась сразу. Во. О, побежали. Ладно, оставляем, конечно. Вот, что значит прошла красивая девушка. Следующий. Джейк. Ну, ты что притащил? Мультфильмов принес. Давай. Что за мультфильмы? Российские? Российские. Ага. Фину обожает. Да, ну российские я тоже люблю. Бременские. Конечно же, бременские музыканты. Следующий. Осел. Шрека принес. Опять Шрека. Ну давай, но посмотрим. Сегодня первую часть принес. Угу. Вчера я принес вторую, сейчас первую. Ладно, давай. Посмотрим. Я останусь с тобой. Что? Я тут поживу. Можно? Как хочешь. Правда? Нету. Нету. Пожалей, ты не знаешь, каково быть изгоем, Шрек. Хотя, пожалуй, знаешь, нам судьба пишется вместе. Поскольку остаться можно, можно. Ну, хорошо, хорошо. Только на одну ночь. О, спасибо. Ты куда? Стой. Будет прикольно. Куда пошел? Там я сплю вообще-то. Вот анекдота. Утром истеку пасеки. А как у нас со сном? Выметайся! О, да, пожалуй, мы с тобой едва знакомы, так что на дворе лучше всего. Я пошел. Пока. Оставляем, конечно, Шрека. Веселенький был мультик. Тролль. О, ну ты что... Шрек 2. Ага, там был Шрек 1, сейчас Шрек 2. А где сам Шрек, а, ребята? Кто-нибудь видел? Сейчас Шрек-тролль придет последний. Да. Добро пожаловать в далекую-далекую страну. Они приехали в далекое-далекое королевство.
Встречаться с мамой и папой Фион. Дамочки, мы еще вернемся за вами. Эй, Гарри, покупайте звездный гарпик. Грязная фея. О. Мы уже явно не на повороте. О, какой карета-лимузин, видел? Вау! Круто, ладно, оставляем. Так можно не оставить такой фильм. Следующий Винни-Пух. Возьмет есть? Ну, конечно, есть. И ты мультфильмов принес. Давай посмотрим. Раз меда тут дают, я вам кассету оставлю. Вася курильник. Я пойму огонь, толст, я, наверное, еще не дорос. Баран ты, молодой. Не хочешь, как хочешь. Сейчас моя остановка. Привет. Тарасов. Запомни, йод из Тарасовки. Запомни. Эй, погоди, я согласен. Йод из Тарасовки, я согласен, я оставляю вам кассету. Про Васю Куролясова. Так, следующий. Еще братья пингвинов принесли. О, наши дальние родственники, привет. Каспера мы принесли. Ага, это про этого, как его? Про привидение, да? И 4 клипа после фильма. Да? Ну, давай посмотрим. Дискотеку потом устроим. Надо музыку? Надо. Сам подумал и сказал, да это люди. Так ты не продам и хотим, ты одна и один, нам с тобой не по пути. Аккордеон в старом пушке, в основном налегке, он ушел за собой, вуза домой, только пользы. Представляем, конечно, такой классный музыка. Ага. О. Сегодня одни пингвины. Следующий. Микеланджело. Ну, а ты что принес? Аленький цветочек, летучий корабль, русалочка 2. Давай посмотрим. Я водяной. О, это же любимый мультик твоего детства. Летучий корабль. А то мои подружки, пиявки, делегушки. Фу, какая гадость. Эх, жизнь, моя жизнь. Танка. Оставляем кассету. Конечно же, спасибо. Ты навеял меня на раздумья о детстве. Ты будешь внизу. Следующий. Кристоф Спорзингис. О, звезда латвийского баскетбола. MTV хитов принес. Давай. Музычка, это круто, давай. Нам нужна музыка для дискотеки. Queen, конечно же, оставляем. Группу Queen. Да. Show must go on. Следующий. Джим. Ну, а ты что притащил? Тарзана, самый смешной клоун. Да? Ну, посмотрим, что там внутри.
Ребята, заканчивайте, ну. Все в порядке. Ладно, 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 скажи игру. Тарзан! Все, ты переиграл. Хорошо, хорошо. Я остаюсь. Осторожнее. Извини, Дарк. Что это за животное такое? Хоть я и не вижу большой разницы между Тарзаном и Маугли. Ладно, оставим. О! И последний! Ну, кто же там последний сегодня? Шрек-тролль. О, я вам весточку от Шрека принес. Отряд возмездия, рыжий, честный, влюбленный. О, это кто такой? Рыжий, честный, влюбленный — это сериал, фильм-сказка российская. Да? Ну, сейчас посмотрим. То ваш бульончик, славные вы мои. Надо, чтобы ваши сериалы... Это рыжий, честный, влюбленный. Объекурите. Первый раз такой вижу вообще в фильме. Но на пути к ним стоит их хозяева, их сторожа. Вот где понадобятся наши уроки. А как это объегорим? Ладно, оставляем. Я такой фильм вообще не видел. Будем смотреть мультфильмов Голливуда. Да? Ну давай. Много у нас мультфильмов, а потом дискотека.